подводка, быстро, быстро не тупим. Через считанные минуты начнется церемония вручения премии лучшим предпринимателям и бизнесменам года «Золотой штурвал». Сегодня вечером здесь собрались самые известные люди нашего города, и у нас с вами есть уникальная возможность стать свидетелями этого грандиозного события. Да. За мной, бегом, бегом. Не выключай камеру, снимай. Давайте подписывать. У нас самолет через 3 часа. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Как здорово, когда праздник начинается именно так, свежим ветром и хорошим настроением. А еще добрыми улыбками гостей, которые пришли поздравить победителей и поприветствовать своих коллег и друзей. Как известно, когда мы перестаем трудиться, мы перестаем жить. Но если всюду торопиться, ни на что времени не хватит. Так что сегодня мы никуда не будем торопиться и найдем время и для чествования обладателей золотого штурвала, и для приятного общения. Мы начинаем! Ну что же, ваша очередь. Это очень большие деньги. Вы понимаете, чем вы рискуете в случае невыполнения своих обязательств? Вполне. Победителем в номинации «Лучший генеральный директор года» становится Елена Рощина, генеральный директор производственного объединения «Южный Нектар». Елена, мы просим вас на сцену. Елена, мы ждем вас. Я вас поздравляю. Спасибо. Пока на год. А там посмотрим. Спасибо большое. Надеюсь, никакие шторма и непогода не изменят наших планов на сегодняшний вечер. Вы сделали правильный выбор, господа. Морские перевозки – это беспроигрышный вариант. Несправедливо присваивать все лавры себе одной любимой, потому что я стою на этой сцене благодаря моей команде. Это моим боцманам, штурманам, матросам и даже кокам, которые готовят мне по утрам кофе. Кто здесь? Спасибо большое вам за трудолюбие, за проделанную работу и за доверие ко мне как капитану. Спасибо. Никаких порошковых ингредиентов. Мы дорожим своей репутацией и производим соки исключительно из местного винограда. А, извините, вы закончили? Да, спасибо. Лена Михайловна, я еще раз поздравляю. Спасибо большое. Было? Было. Где твой бейдж? Вот растяп. Ладно, работаем дальше. Ну, конечно. Признавайся, у кого награду стащила? Почему сразу стащил? Может быть, я сама выиграла. Или, может, посылка с сувенирами из Китая дошла наконец? Я живу ради этого смеха. А я живу ради твоих комплиментов. Ну тогда вот тебе еще один. Ты лучшая. И сегодня ты это доказала. Примите мои поздравления. Я горжусь тобой. Спасибо. Тебе спасибо, что ты есть у меня. Такому сопернику, как вы, спасибо. И проиграть не стыдно. Я безумно тебя люблю. Эти слова лучше всех наград. Приятно слышать. Но вы не расслабляйтесь. Следующий год будет за мной. Еще поборемся за этот штурвал. И прости меня, что не смог прийти. Я знаю, как важен для тебя этот вечер. Ничего страшного, мы оба деловые люди, оба понимаем, работа есть работа. Слушай, а давай встретимся прямо сейчас. И весь рабочий стресс как рукой снимет? Даже не знаю. Я тоже сначала сомневалась. Ну, там нетрадиционная медицина, муть какая-то. Но поверь, ты не пожалеешь. Гарантирую, ты не пожалеешь. У меня для тебя сюрприз. Ладно, попробую. Обязательно попробуй. Слушай, а как я под шампанским поеду? А ты много выпила? Да нет, вроде один бокальчик, но ты же понимаешь, сейчас этим строго. Могут прав лишить? Тогда у меня появится возможность стать твоим личным водителем. Заманчивое предложение. Ну, хорошо, до встречи, любимый. Thank you.
Ирина? Да. А вы почему здесь? Я думал, все уже ушли. С отчетами засиделась, Евгений Андреевич. Такие солдаты нам нужны. Я в центр. Вас подбросить? Нет, спасибо. Меня такси ждет на проходной. Понятно. Скажите, а как давно вы работаете в нашей компании? Месяц. Ага. Ну и как? Все устраивает? Мне все очень нравится, Евгений Андреевич. Может быть, есть какие-то предложения, пожелания? Вы не стесняйтесь говорить. Нет, мне все нравится, босс. Хороший ответ. Проходите. Дорога узкая, петляет, темно, ни черта не видно. Все, хорошо. Едь аккуратно, не торопись. Я готов тебя ждать, сколько потребуется. Хоть всю жизнь. Устраивает? Да, все хорошо. Алло, Лен. Впереди камера наблюдения. Чертов телефон. Да, дорогая, все в порядке? Нет, милый, не в порядке. Я уже извелась вся. Что там с нашей сделкой? Марк, твою мать, а? Вот умеешь ты время выбрать. Так что там с нашей сделкой, Женя? Да все в порядке с нашей сделкой, все хорошо. А конкретнее? А конкретнее я тебе скажу завтра. Потому что на сегодня мой рабочий день закончен. Так что расслабься. И дай возможность расслабиться мне. Конец связи. Это конец. Честное слово, этот лихач ехал прям в лобовую. Вот еще бы немножко, и я бы здесь, наверное, не сидела. Я так испугалась. Лен, если бы это случилось, я не знаю, что было бы со мной. Лен, я правда не представляю свою жизнь без тебя. Потому что ты и есть моя жизнь. Ты та самая. И какой же я дурак, что так долго ждал. Чего ждал? Моменты, когда смогу сделать тебе предложение. Лен, ты выйдешь за меня? Судя по твоей довольной физиономии, с Еленой все прошло гладко? Она сказала «да». Поздравляю. Спасибо, друг. Но что-то, по-моему, ты не очень рад. Евгений. Что? Ты гений, мать твою. Ты чертов гений, Евгений! $5 миллионов! 5! Чистыми и никаких налогов, Евгений! Так, тихо.
Остановись, ты меня задушишь и останешься без партнера. А Лену сделаешь вдовой. Все, отстань. Великий ты комбинатор, а? Совет вам да любовь. Слышишь? Рад за тебя, брат. Честно, от всей души. Господи, с таким партнером можно горы свернуть. Да, спасибо. Ну что, праздновать будем? Конечно! Такая сделка же раз в жизни такое бывает. 5 лямов. О, боже. Ну, вообще-то я про помолвку. А черт, прости. Конечно, нужно отпраздновать, как полагается, и сделку, и эту твою помолвку. Предлагаю. Предлагаю завалиться к нам домой. Проведем совместный уикенд. Ты и Ленка, я и Оксана, а? Вот, ну это совсем другой разговор. А Оксана не будет против? Да ты что, конечно нет. Им уже давно пора познакомиться. Тогда в субботу у тебя? Да. Отлично. 5 лямов. Привет. Привет. Скажи, пожалуйста, какие планы у тебя на выходные? Марк предлагает выбраться к ним. Как тебе? У Марка? Отличная идея. Я 100 лет не была за городом. Все, тогда не занимай. На выходные ты целиком полностью моя. Если... Что если? Если клиент спрыгнет. Если он спрыгнет, если сделка не состоится, ведь такое может случиться. Черт, даже страшно подумать об этом. Послушай, цитируя твоего любимого великого комбинатора, вам, предводитель, давно пора лечиться электричеством. Не устраивайте преждевременных истерик. Всегда завидовал твоему хладнокровию. Бедная Елена. Вообще-то она не бедная, а вполне состоятельная женщина. Здравствуйте. Я к доктору Казанцеву на 2 часа. Рощина Елена Михайловна. Да, вижу вас. Доктор сейчас с пациенткой. Посидите, пожалуйста, вас вызовут. Прошу. Стали известны новые подробности ДТП, в котором пострадало 3 человека. Из них 1 ребенок и 1 женщина. Женщина в данный момент находится в больнице в критическом состоянии. Камера наружного наблюдения зафиксировала машину виновника происшествия и самого виновника. Но, к сожалению, номера неразличимы из-за грязи. Внешность виновника происшествия определить также не удалось. Тем не менее, полиция активно ведет поиски нарушителя, чтобы привлечь его к ответственности. Елена Рощина, вас ждут. Значит, передайте секретарю, что как только придет Егоров, сразу ко мне. Алло, Лен, ты не могла перезвонить через 5 минут? Я очень занят. Жень, извини, я не смогу поехать с тобой на эти выходные за город. Что-то случилось? Я тебе потом все объясню. Алло. Лена. Все в порядке? Да, просто личные проблемы. Я вообще-то о документах говорила. Вы все посмотрели? Да, да. Отлично, можете забрать.
Здравствуйте, Игорь Валентинович. Может быть, чай, кофе? Да нет, минералочки. Спасибо. Ну что вы, не стоит благодарности. Сегодня действительно жаркий день. Что случилось? Ничего не случилось, Елена Михайловна. Просто вы просили напомнить, у вас сегодня встреча запланирована с юристом. Можешь перенести? Мне сегодня не здоровится. Так он уже здесь, ждет. Напои его кофе. Скоро буду. Все, сделаю. Таким образом, мы можем гарантировать вам выгодные вложения и хорошие дивиденды. Послушайте, вы знаете, насколько вырос оборот мазутного терминала только за последний год? Вы не поймите меня неправильно. Все это звучит, конечно, красиво и даже заманчиво. Но меня беспокоит сама схема. Ну, схема – это последнее, о чем вы должны волноваться. Наша схема отполирована до совершенства. Она безупречна, идеальна. Я в этом даже не сомневаюсь. Но меня беспокоит, что ваша схема, так сказать, ну, не совсем законна. Меня, конечно, простите, но что сейчас в большом бизнесе делается совсем законно? Да, конечно, у нас есть какие-то углы, которые приходится срезать, но в нашем случае все риски сведены к минимуму. Ваши опасения безосновательны. Значит, поступим следующим образом. Не будем гнать с места в карьер. Возьмем паузу. Я еще раз обдумаю все. И дам вам ответ. Идет? Да, конечно. Хорошо. Это ваше право. Я человек старой формации. Понимаете, это вы, молодые львы, готовы рисковать. А у меня от этих схем, извините, вся задница в шрамах. Конечно. Подумайте. Водопой тебе, что ли, здесь? Елена Михайловна. Простите, да-да, я вас слушаю. Просто этот телефон не замолкает. Да, так вот, контракт с Dow Foods обещает серьезные перспективы всему холдингу. Так мы поэтому с ними и подписываемся. Но серьезные перспективы могут повлечь за собой серьезные перемены. Вы ведь это осознаете? Вы меня сейчас отговариваете? Нет. Я, так сказать, раскладываю карты на столе, чтобы мы с вами могли последний раз обсудить сложившуюся ситуацию.
Ситуация следующая. Мы сейчас в завершающей стадии переговоров. Жребий брошен, поэтому если у вас нет никаких вопросов, давайте сворачиваться. Разумеется. Тогда я передаю все бумаги моим молодцам. Давайте перейдем этот Рубикон. Да, главное не утонуть по дороге. Ну, по этому поводу можете не беспокоиться. Доуфудс вряд ли пойдет на попятную, я уверен. Ваша кристальная репутация их весьма впечатлила. И, кстати, о переменах. Если, когда мы подпишемся с нашими иностранными партнерами, то вас ожидает переезд в другой офис. В верхних кругах упорно циркулируют слухи о вашем повышении. Ну-ка, расскажите, что там болтают на школьном дворе? Я вам этого не говорил. Но руководство холдинга впечатлили ваши усилия. И вот это я уже слышал сам. Сейчас обсуждается возможность назначения вас руководителем всех предприятий холдинга. Ну, скрестим пальцы. Спасибо вам, Альберт Николаевич, за проделанную работу. Всего доброго. И вам. Альберт Николаевич, извините, а могу я проконсультироваться по одному вопросу в частном порядке? Это смотря о чем речь. Присядьте. В общем, одна моя знакомая попала в сложную ситуацию и не знает, как ей поступить. Все зависит от того, какого рода ситуация, насколько она сложная. ДТП довольно серьезная. Так. ДТП произошло по ее вине, но она об этом не знала до недавнего времени. Ну, как бы не заметила. Не заметила ДТП. Ну, знаете, как это бывает? Ночь. Плохая видимость на дороге. Не заметила, как нарушила правила. Ну, если все произошло так, как вы говорите, то вашей знакомой в первую очередь надо явиться в ближайшее отделение ГИБДД, написать заявление. Может быть, отделается штрафом. Если, конечно, не было жертв. А если есть? Ну, тогда будет возбуждено уголовное дело, возможно. Хотя это не факт. Будет проведена экспертиза. ГИБДД должно установить, кто из участников данного ДТП нарушал правила, и определить степень виновности каждого из них. Ясно. Спасибо. Мне начать переживать, Елена Михайловна? Не-не-не, это моя неблизкая знакомая. Она просто посоветовалась и попросила выяснить, какие там варианты развития событий. Ну, так или иначе, скажите вашей знакомой, чтобы она обзавелась услугами опытного юриста, прежде чем предпринимать какие-то действия. Кстати, могу предложить свои услуги? Не-не, в смысле, да-да, я передам. Спасибо. Еще раз до свидания. Thank you.
Лена, дорогая, что случилось? Ну, пожалуйста, не молчи, поговори со мной, прошу тебя. Кое-что случилось, но не могу об этом говорить по телефону. У тебя неприятности? Да, но давай я тебе потом все объясню. Давай поедем за город, там поговорим. Предложение Марка все еще в силе? Да, да, конечно, в силе. Ты все-таки решил ехать? Да, только я не хочу ехать на своей машине. Ты меня не заберешь? Ну, конечно, без проблем. Заеду. Спасибо. Я честно ничего не заметила. Послушай, ты ни в чем не виноват. Это был несчастный случай. Ну, ты же не пересекал двойную сплошную? Нет. Вот, вот, водитель встречного автомобиля просто не справился с управлением. Ты думаешь, я не говорила это себе? Я каждый день себе это твержу. Да, там была плохая видимость, но я выпила шампанского и села за руль. И гнала, как сумасшедшая. Нам нужно успокоиться. Я не могу успокоиться. Я с ума схожу. Я должна пойти в полицию. Так, а вот об этом слове забудем. Ясно? Как я могу забыть? Там женщина в реанимации, у нее муж, сын. Ну они живы! Они живы! Все трое, да? Им сейчас нелегко. Но я тебе уверяю, что эта женщина в реанимации, она выкарабкается. И через полгода они вообще не вспомнят про эту ситуацию. А ты, если сейчас пойдешь в полицию, через полгода будешь сидеть за решеткой. Я готова понести наказание. А о нас ты подумала? О наших планах? У тебя карьера, в конце концов. Контракт на носу. О чем ты говоришь? Ты себя вообще слышишь? Я угробила людей. Да это ты себя не слышишь. Никого ты не угробила, а себя ты угробишь, если ты пойдешь в полицию. Лен, я юрист. Я знаю, как работает эта прогнившая система. Я знаю, как с этими делами разбираются. Пусть разбираются. Давай я тебе расскажу, как все будет. По телеку и в соцсетях расскажут про эту бедную, несчастную семью. И народ сойдет с ума от сострадания и сочувствия. А дальше? Дальше зашевелятся большие начальнички. И они дадут народу того, чего он хочет. Крови. Это политика. При чем тут политика? Человеческая жизнь висит на волоске, потому что я спешила в ресторан. А как же я? Как я буду без тебя? Не говори так. Как я буду строить свою жизнь, зная, что разрушила чужую? А нашу жизнь ты готова разрушить? За все в этой жизни нужно платить. Ладно. Допустим, ты идешь в полицию, допустим, тебе дают срок. Мне будет очень больно, но я соглашусь и буду каждый день тебя навещать. И как же время? Время, которое мы с тобой можем потратить на нашу семью, на наших детей. Тебе на это тоже наплевать? Все, хватит! А что случилось-то? Кто невесту обидел? Да все нормально. Перенервничала по работе, вот, нашла жилетку. Сижусь, плачусь. Ребят, ну вы че? Давайте забудем о всех работах, о делах, а? Пойдем к столу, барбекю пальчики оближешь. Давай, Жень, сам же готовил. Ни секунды не жалею, что мы с Марком перебрались за город. Хотя, конечно, нервы потрепали, пока обустраивали свою крепость, но, как видишь, оно того стоило. Сюда. Кать, кофе потом. Сюда проходи. У вас очень красиво. А ты представь, каково в этой красоте жить. Каждый день просыпаешься, как в сказке. А рыбалка, обожаю рыбалку. Ее даже врачи предписывают пациентам с расшатанной нервной системой, как лекарство. А у меня нервы ни к черту. Модельный бизнес истрепал их, как мочалку. Только здесь я отошла. Перестала принимать успокоительные. Сюда, пожалуйста. А какие, если не секрет, принимала препараты? Легче сказать, какие не принимала. Если хочешь, я тебе потом напишу. Лен, а у тебя все в порядке? Ты можешь мне сказать, как лучшей подруге, правда?
Да, да, я просто устаю на работе. А кто дизайнер интерьеров? Ты сама все это придумала? Ну, не совсем сама, а на пару с дизайнером. Но я подкидывала идеи, а он воплощал их в жизнь. Ну, знаешь, как важно найти человека, который бы разделял твое видение. Понимаешь, о чем я? Понимаю. Лен, а у тебя точно все в порядке? Ты не обижайся, ты какая-то потерянная. Да нет, просто не здоровится. Слушай, а ты случайно не того, не беременна? Нет, нет, это вообще не то, что ты думаешь. Да ты знаешь, в таких делах точно никогда не бывает. Наши внутренние системы — это такие акведуки. Даже древние римляне с их водопроводными системами обзавидовались бы. Так и не узнаешь, что где сбоит, пока дяденька в белом халате не сообщит радостную новость. Тебе лекции надо давать с такими монологами. Прости, я здесь так устала без общения с себе подобными, болтаю, не могу остановиться. Пойдем, покажу кабинет Марка. Еще кабинет. Максик, иди ко мне. Иди сюда, иди ко мне, мой хороший. О, ты мой сладкий, где ты всю ночь бегал, а? Смотри, какую штуку сделал. Вода течет, ты видишь? Ты можешь просто выслушать меня, замолчать и выслушать. Что? Лена стала косвенной участницей одного очень серьезного ДТП. Поэтому она так рыдала? Да, она бедное себе место не находит. И знаешь что? Что? Бакс, она хочет пойти в полицию. Вот это вот слово на «п» нам сейчас совсем не кстати. Бакс, пошли. Пошли, пошли. Иди ко мне. О чем и речь? Если она пойдет с повинной, то все наши планы пойдут по «п». Слушай, а что это за история с ДТП? Есть пострадавшие? Да. Семья из троих человек, женщина в больнице. Твою мать. Да, я видел это в новостях. Что, это твоя Елена? Да не нарочно. Не нарочно. Это был несчастный случай. Да хоть в лоб, хоть по лбу. Нельзя же с таким комментам идти. Так а я о чем? В общем, нужен твой знакомый гаишник с большими звездами. Ну, волноваться не о чем. Все сделано в лучшем виде. Так, для начала возьмем контакты потерпевшего. И что? Свяжешься с ним и сделаешь предложение, от которого он не сможет отказаться. Стоп, стоп. Подожди. А если он меня пошлет? Ха, это смотря сколько ты предложишь. Там ведь сейчас и на лечение деньги нужны, я так понимаю? Владимир Иванович, приветствую. Это Марк беспокоит. Не может быть. Подожди, может... подожди. Владимир Иванович, тут такое дело, как бы начать? Ну, в общем, так получилось, у меня товарищ, знаете, есть Евгений, мы с ним, у нас фирма юридическая. Леночка, приятно познакомиться. Женя, и тебе тоже мы всегда рады, приезжайте еще. Обязательно. Да, у вас действительно здесь просто райское местечко. И у вас будет такой же, я уверен. Привыкай, Марк, возможно, они наши будущие соседи. А что привыкать? Я же только за, будем дружить с семьями. Елена, вы все же там подумайте у себя в компании над моим предложением. Хорошие инвестиции никогда еще не мешали развитию бизнеса. Марк, я же сказала, я поговорю. Да волноваться не о чем. Евгений возьмет на себя всю юридическую сторону вопроса. Как будущему мужу, ты должна ему доверять. Я доверяю. Ну, хорошо. Пока. До свидания. Спасибо. Все, пока же. Ваша остановка. Пожалуйста, при выходе не забывайте поцеловать водителя. Спасибо тебе. А спасибо сегодня будет только в устной форме? Жень, извини, не сегодня. Я правда неважно себя чувствую, и настроения нет. Послушай, Лен, я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. И как ты переживаешь. Но все твои проблемы я решу. Знаешь почему? Потому что я тебя люблю. Если все было так просто. Так, я сказал решу, значит решу. Все, что от тебя требуется, это просто довериться мне. Ты доверяешь? Ну, конечно. Вот и хорошо. А теперь успокойся. Иди домой. Прими ванну, расслабься. Ни о чем не думай. Твои проблемы. Это мои проблемы. Thank you.
Стали известны новые подробности ДТП, в котором пострадало 3 человека. Из них один ребенок и одна женщина. Женщина в данный момент находится в больнице в критическом состоянии. Камера наружного наблюдения зафиксировала машину виновника происшествия и самого виновника. Но, к сожалению, номера неразличимы из-за грязи. Внешность виновника происшествия определить также не удалось. Тем не менее, полиция активно ведет поиски нарушителя, чтобы привлечь его к ответственности. Да, Марк, с камеры видеонаблюдения вообще ничего не видно. Ни номера машины, ни кто это был. Справка о потерпевших из ГИБДД у тебя? Да, на руках. Спасибо тебе, дорогой. Все, все, все. Давай потом. Позвоним. Алексей Иванович Ивашов? Да. Это кто? Вы меня не знаете. Я звоню вам по поводу ДТП. С журналистами я больше не общаюсь, извините. Нет, нет, я не журналист. У меня к вам деловое предложение конфиденциального характера. Алло, Алексей? Что за предложение? Ну, ты ничего не съел. Ну, что такое? Тебе не нравится еда? Если хочешь, мы пойдем в другой ресторан. Да нет, все нормально. Еда тут ни при чем. Ну, а в чем дело? На тебе лица нет. Жень, ты знаешь, в чем дело? У меня одно дело в голове, как и вчера, и позавчера. Лен, Лена, посмотри на меня. Что? Плохо выглядишь, да? Да все хорошо. Замечательно ты выглядишь. Ага, прекрати. Помнишь, я обещал тебе, что решу твою проблему? И? Я все уладил, как и обещал. В смысле? Я позвонил Ивашову, главе семейства потерпевших. Зачем ты это сделал? Послушай меня, ну послушай, я просто ему позвонил, мы просто поговорили. Я перевел ему крупную сумму денег, которая их устроила. Ты просто откупился? Жень, такие проблемы просто деньгами не решишь. Да я знаю, его жена еще в больнице, но с ней все в порядке. А сын вообще в полном порядке, об этом мне сам Ивашов сказал. Правда? Да, ну да, его жену скоро выпишут из больницы, а тех денег, которых я перевел, хватит на хорошего врача и реабилитацию. Да и вообще на жизнь в целом хватит. Они купят себе новую машину, и все останутся только в выигрыше. И мы сможем забыть этот дорожный инцидент. Ну, забыть вряд ли получится, но, по крайней мере, мне так гораздо спокойнее. Я рад это слышать. Но машину все равно придется продать. Ну, а зачем, если ты говоришь, все и так решилось мирно? Просто, чтобы она не напоминала нам об этом, я нашел покупателя. Спасибо тебе, ты практически спас мою жизнь. Нашу жизнь. Мы же теперь семья, но почти. Без почти. А лучше поговорим о нашем свадебном путешествии. Закрой глаза. Закрой, закрой. Ну, закрой.
Открывай. Ты что, шеф? Сэшил? Я люблю тебя. А я тебя. Как же от тебя вкусно пахнет, а? Спасибо. Libre derm rose de rose. Угу. Ты у меня сама как роза. Да. Просто роза тоже нужен уход. Как? Я уже опаздываю? Роза поджала. Плите, кофе без сахара, а сыр нарезанный, увидишь в холодильнике. Да, да, я все помню. Что-то потерял. Так и знала, что. Спасибо. Я правда должна бежать, опаздываю. Пока. Ну вот. Да, да, я все помню. Зелень нарежу сам, не ленюсь. Молодец. Посредством внедрения на наших предприятиях полностью автоматизированных линий мы существенно сокращаем количество живой рабочей силы. Другими словами, людей уволить. Звучит, конечно, категорично, но мы живем в век высоких технологий. Согласитесь, что было бы глупостью не использовать современные достижения науки и техники. Елена Михайловна, вы серьезно рассматриваете его, этот прожект? Сначала я хочу ознакомиться с финансовой стороной. Роман Юрьевич, ну вы... Начинайте подсчет проекта и возвращайтесь ко мне в ближайшее время. Хорошо. Ну, раз мы закончили, тогда всем спасибо. Елена Михайловна, да. Может, чаю? Надь, я сейчас отъеду на пару часов, у меня неотложное дело, но я буду на звонке. А, хорошо. Да успокойся ты. Успокоиться? Ты знаешь вообще, от какого слова происходит слово «покойник»? Не паникуй, что, в первый раз, что ли? Нет, это серьезно, Евгений, нас грохнут, и меня в первую очередь, если мы не вернем бабки. Не грохнут, не те времена. Это тебе кажется. Изменились только пиджаки. А люди не меняются, партнер. Они требуют, чтобы мы вернули всю сумму налом, иначе... Слушай, я знаю, ты не хочешь втягивать в эту Елену, но с ее помощью мы могли бы как-то... Не могли бы! Мы с тобой это обсуждали. Члены семьи не при делах. Ну, у нас нет другого выхода. Либо мы твоим принципам потакаем, либо мы поняли, идем. А вместе с нами и наша фирма, кстати говоря, наши семьи. Послушай, успокойся. Мы что-нибудь придумаем. Извините. Ты давно здесь? Нет. Вот вы просили срочно принести. Вот что я вам скажу. Никаких особых патологий я не вижу. А не особых? Прошу вас.
у всех людей есть какие-то незначительные отклонения. Да, но не все из них в юности делали аборты. Но и не вы одна, поверьте моему опыту. Если бы у вашего аборта были бы какие-нибудь последствия, мы бы это сразу заметили. Ну, а если у меня все в пределах нормы, почему я не могу зачать? Возможно, причина не в вас. Возможно, причина в вашем муже. Ему тоже необходимо пройти комплексное обследование. А без него никак? Я бы не хотела говорить ему, тем более про аборт. Я понимаю. Но такие проблемы нужно решать совместно. Понимаете, чтобы увидеть общую картину, мне нужно обследовать вашего мужа. Ну, хорошо. Тебе налить? Нет, у меня есть. Спасибо. Проблема на работе? Нет. Но я же вижу, что ты сама не своя. Что случилось? Ничего, просто была у врача. Ты заболела? Да нет, я год наблюдаюсь в перинатальном центре. А, Господи, да. Прости. Ну и что? Жень, тебе нужно пройти обследование. Мне? То есть ты думаешь, что причина во мне? Я от тебя кое-что скрывала. Ты о чем? То, что я в студенческие годы сделала аборт. Аборт. И ты только сейчас мне об этом рассказываешь? Когда это было? Кто отец ребенка? Это вообще не важно. Студенческая любовь. Жень, не заводись, это просто глупая ошибка. Ошибка? Я правильно понимаю, что из-за этой ошибки мы сейчас не можем иметь детей? Врач говорит, что проблема может быть не во мне одной. А, то есть это я стреляю в холостую, да? Я об этом не говорила. Чтобы найти причину, нужно нам вместе пройти обследование. Подожди, стоп! Я правильно понимаю? Мало того, что ты мне рассказала про аборт, так ты теперь хочешь всю ответственность переложить на меня и опозорить. Жень, что за чушь ты несешь? Послушай, послушай, я в молодости глупых ошибок, как ты говоришь, не совершал. И со здоровьем у меня, слава богу, все в порядке. Что в тебя вселилось? У тебя проблемы какие-то на работе? Прости, я должна была сказать тебе об этом раньше. Так почему не сказала? Что боялась такой реакции. Какой реакции ты от меня ждала? Какой реакции? Что я тебя должен обнять, поцеловать, утешить, да? И абсолютно наплевать на тот факт, что еще задолго до нашей свадьбы ты лишила меня возможности стать отцом. Ну, прости. Прости, что тебе досталась бракованная жена. Лена! Лена! Кость, почему отчет до сих пор у меня не на столе? Елена Михайловна, так вы же сказали к вечеру. К вечеру? Мне их нужно прочитать. Извините. Саш! А что у нас с Dow Foods? Почему не переслали договоры? Их еще переводят. Мы ж только с утра. С утра, вечером, после дождичка в четверг. Елена Михайловна, да мы стараемся. Нельзя же требовать невозможное. Что такого невозможного я требую? Соблюдать сроки? Надя, а где продажи по третьему цеху? Часто она так быструет. Да в первый раз. Я еще никогда ее такой не видел.
Послушайте. Наша сторона заинтересована в решении этой проблемы не меньше, чем ваша. Мы не сомневаемся. В былые времена люди и за меньшие деньги лишались не только имущества, но и жизни. А у вас обоих и имущество, и семьи. Но про жизнь этого того. Времена нынче не те. Времена, может, и изменились. Но не настолько, чтобы чувствовать себя в полной безопасности. Послушайте, мы соберем эти деньги, разберемся. Если не хотите серьезных проблем, разбирайтесь быстрее. Собирайте наши бабки и отдайте их нам. Да соберем, дайте только время. Неделя максимум. Неделя. Неделя — это нереально. За неделю Господь создал мир. А у вас есть неделя для того, чтобы спасти свой. Все, мы попали! Где мы за неделю столько бабок возьмем? Наличными, а? Где-нибудь возьмем. Главное сейчас это не паниковать. Ты вообще сейчас слышал, что они сказали, а? Эти бывшие братки из 90-х открытым текстом угрожали нам и нашим семьям. Долг возьмем. Мы и так уже всем подряд задолжали. А кому не задолжали, те уже знают, как мы обделались. Кредит доверия к нам сейчас ниже плинтуса. Скажи мне, сколько бабла мы сейчас можем вывести? Если выведем сейчас, потеряем как минимум половину. А если банкротство? Женя, ку-ку, ты еще не понял, с кем мы дела ведем? Им нужны либо бабки, либо наши скальпы. И банкротство для них — лишний повод заточить до поры. Значит, будем продавать. Что продавать? Да все продавать! Фирму, оборудование, машины, дома, все! Все, что есть! Все равно не хватит, как ты не поймешь, а? Бабки слишком большие, мы с тобой их не потянем, как ни старайся. Жень. Ну что, говори. Только выслушай и не перебивай. Если мы проведем часть средств через компанию твоей Елены и обналичим, ну мы же уже так делали. Все же, это тебе не чужой человек, жена ведь, а? Да мы поссорились с ней очень сильно. Твою ж мать, нашли время, поссорились они. Ну так помиритесь. Она со мной не разговаривает несколько дней. Я не знаю, как наладить с ней контакт. Она даже трубку на меня не берет. Придется тебе включать все свое обаяние. Потому что счетчик уже включен. И от того, как скоро ты помиришься с женой, в прямом смысле, и зависит наша жизнь. Есть. Есть одна вещь, которая может помочь. Жень. Что бы это ни было, сделай это. Даже если руку на отсечение потребуют, ты скажешь: да, дорогая, передай, пожалуйста, нож. Ладно. Твою мать, а? Я очень рад, что вы согласились на эти обследования. На что не пойдешь ради любимой женщины? Самое главное, помните, что если даже выявится причина бесплодия, и она окажется неизлечимой, есть другие способы завести детей. Ну, например, взять из приюта. Я уверен, с вашим материальным положением и статусом органы опеки вам не откажут. Мы знаем. Но пока есть надежда, мы не будем сдаваться. Я уверен, что все будет хорошо. Все покажут ваши анализы. Только после этого можно будет делать какие-то выводы. Спасибо. Спасибо, Жень, что согласился на эти анализы.
Лена, я готов хоть каждый день сдавать эти анализы, только чтобы заслужить твое прощение. Прости меня за то, что наговорил тебе всякого. Да я тоже виноват, ты меня прости. Надо было раньше тебе все рассказать. Все, все, забыли и про ссору, и про историю с абортом. Взяли и забыли. Я не хочу, чтобы ошибки прошлого мешали нам жить. Оп! Держи. Давай. Давай больше никогда не будем думать о нашем прошлом, а сосредоточимся исключительно на нашем будущем. Да, Жень, ты прав. Я уверена, у нас все будет хорошо. Может, мы зря волнуемся, просто детей как-то не так делаем. А как же их еще делать? Ну, наверное, есть особые условия, там, станцевать голым при полной луне, три раза плюнуть через левое плечо. Я скучала. Я тоже. Очень скучала. И, кстати, сегодня полная луна. Поехали домой. Поехали. Сегодня полнолуние. Я слышала, это влияет на такие дела. Лен, ну, Лен, ты меня извини, но мне сейчас правда не до шуток. Жень, ну, такое случается. Не расстраивайся. Тем более, у нас давно не было близости. Это у меня давно отпуска не было. Все мысли только о работе. Ни о чем другом вообще не могу думать. Что-то случилось? Это у меня нервный срыв скоро случится. Атакуют со всех сторон. В смысле? Да не бери в голову. Не хочу тебе впутывать свои дела. Я сам справлюсь. Ну, ты раз уже сказала, говори «Б». Мы договаривались друг другу все рассказывать. Скажи, может, я помочь могу? Если вкратце, мы заключили неудачную сделку не с теми людьми. И теперь они требуют свои деньги назад. Ну, верните. Да мы бы с радостью. Но эти деньги мы уже вложили в ценные бумаги, как изначально договаривались. А продавать их сейчас, ну, просто не представляется возможным, потому что они резко упали в цене. Я уверена, что можно договориться. В другой ситуации с нормальными людьми, но не тот случай. Ну, раз ты уже так признаешь поражение, то действительно дело дрянь. А я про что? Ладно. Ты извини, что гружу тебя своими проблемами. Нет. Ты меня извини. Ты мой муж, я твоя жена, а твои проблемы – это мои проблемы. Давай и завтра на свежую голову обо всем поговорим. Давай. Все будет хорошо. Я надеюсь. Есть много способов обналички крупных сумм, но везде есть свои трудности. Я знаю это, Ирина. Ближе к делу. Вот, например, возьмите вариант с использованием товарных знаков франшизы. Нет, нет, это сложно. Придется оформлять товарный знак ФИПС. Ну да. Евгений, с вами все хорошо? Да, да, все в порядке, просто голова раскалывается. Сосуды. Вам повезло, я отлично умею снимать спазм сосудов. Да не надо, сейчас само пройдет. Я правда умею. Доверьтесь мне. Лучше? Да. Вроде лучше. Ирина, вы не оставите нас наедине? Да, хорошо. Ты помирился с женой? Помирился. Ну и что? Ничего. Она сказала, что попытается достать нам деньги, но на короткий срок и с гарантией возврат. А, ну, слава богу.
Пока дойдет до возврата, мы будем уж далеко. Марк, ты идиот? Возвращать придется моей жене. А, да? Ну, прости. Ну, отдадим, что ты. У меня тут новый клиент нарисовывается, очень богатый чел. Кто такой? Он иностранец, в России занимается клубным бизнесом. Иностранец? А откуда? Из Колумбии. Нет, ну ты точно идиот. Мало тебе наших братков из 90-х. Так ты бабки еще хочешь с колумбийцами отмывать? Да ладно, ладно, что ты завелся-то, а? Я ж как лучше хочу. А ты знаешь что? Если тебе выстрелить в голову, то ничего не произойдет. Да? Да? Почему? Да потому что у тебя мозгов нету. Зато у тебя, я вижу, не голова, а счетная палата. Надеюсь, ты еще не посвятил Ирину в то, чем мы с тобой тут занимаемся. Что она знает? Она знает ровно столько, сколько ей нужно знать. И она очень умная, шарит в наши с тобой дела. Кстати, предложил пару неплохих схем по отмыванию бабок. Гораздо лучше, чем твои. Ну так, может быть, ты займешься ей плотнее, а? Заодно и свои сексуальные проблемы решишь. Тем более же видно, что у Ирины-то по уши в тебя втрескалась. Слушай, а может, у тебя только на жену не стоит, а? Ну, давай, давай, давай. Что ты хочешь? Ударь, давай, а? Да пошел ты. Ты монстр, Женя. Повезло твоей жене. Да? А ты меня не обманываешь? Я никогда не вру, босс. Только мы с тобой договорились. Об этом никогда никто не должен знать. Я не хочу разрушить собственную семью, ясно? Да, конечно. Я понимаю. Знаешь, я вот в чем подумала. Я смогу помочь вам с возвратом долга. Но... Ну что? Договаривай. Но для этого вы оба должны посвятить меня в то, чем действительно занимаетесь. А ты знаешь, что сделали с любопытной Варварой на базаре? Знаю. Оторвали нос. Правильно. Ну, пусть лучше оторвут мой нос, чем твою голову. Такую умную голову. Эти парни шутки не шутят. А что конкретно ты предлагаешь? Я предлагаю спасти ваш с Марком голову. Только и всего. И я знаю, как. Мы подумаем. Подумайте, подумайте. Пока есть чем. Слушай, извини, что так поздно, совещание, вообще не мог разговаривать. Ты знал, что жена Ивашова умерла? Чья жена? Алексея Ивашова. Семья его год назад из-за меня пострадала в ДТП. Сказал, что его жена идет на поправку. Тут написано,
Что она умерла? Не может быть. Нет, ну, я когда с ним разговаривал, с ним было абсолютно все в порядке. Честно. Я убил человека. Перестань. Мы с тобой уже об этом говорили. Это был несчастный случай. По моей вине. Она сейчас мертва, по моей вине. Ну, ты не можешь этого знать. Ты не можешь этого знать. Может, это были осложнения после операции или еще что-то. Какая разница? Она попала в эту больницу из-за меня. Лена. Лена, послушай меня. Мы сделали достаточно для нее и ее семьи. Хватит себя корить. В конце концов, это было год назад. Пора перестать жить в прошлом. Здравствуйте, Наденька. Елена Михайловна на месте? Нет. Елена Михайловна сейчас на встрече будет во второй половине. У вас что-то срочное? Можно и так сказать. В цеху возникла проблема, я не вправе ее решать без согласования с директором. Евгений Андреевич. Здравствуйте, Ирина Витальевна. Я просто хочу сказать, намечается очередная аудиторская проверка. И что? Пойдемте в офис. В наших документах не все в порядке. И? Я могу сделать чистый баланс, но при условии, если вы полностью введете меня в курс дела. Кстати, вы подумали с Марком над моим предложением? Итак, сколько ты хочешь? Ведь не бескорыстно же ты спасаешь наши с Марком головы. Я хочу 15%. 5. Согласна.
На весь сейчас не могу, я занята. А когда вас ориентировочно ждать? Я не знаю, а что, срочно? Ну, вообще, да, вам тут звонили из главного офиса. Мансуров недоволен, что вас нет на месте. Если будут снова звонить, скажи. Я же скоро буду в офисе. Проходите, проходите. А, так, сюда. А, вставайте. Мы готовы? Готово. Камера идет. Сначала представляемся и сразу переходим к тексту. Три, два, один. Начали. Я Смирнова Марья Петровна, директор детского дома. Этим интервью я хочу привлечь внимание местных властей к проблемам финансирования детских учреждений, таких как наш. Вот уже 2 года мы не можем сделать элементарный ремонт в комнатах, где спят дети. Все компьютеры в классах уже давно устарели, и попросту современные программы не устанавливаются. Ну что, Ирина, теперь вы в курсе всех наших дел? Ну, сразу говорю, все вами услышанное должно будет умереть в этих стенах. Благодарю за оказанное мне доверие. Нужно заметить, что наше с Евгением доверие дорогого стоит. И в прямом переносном смысле. 5% – это очень хорошие деньги. Поверьте, я не подведу. Могу я идти? Да, конечно. Ты ей веришь? Ну а что, у нас есть выбор? Пропадать так с музыкой. Если уж суждено помереть, то пусть последним, что я увижу, будет попка нашей Ирины. Помру с улыбкой на лице. Дружище, да ты прям романтик. Кто бы говорил? Слушай, ты поди с ней давно уже не в деловых отношениях, а? Алло, между мной и Ириной не может быть ничего. Я женат. Ты забыл? Да. Слушай, ну раз такие дела, тогда ты не будешь претензий, если я протестирую нашу новую компонентку, а? Вот об этом даже не думай. Это что, сам не берешь и другим не даешь? Господи. Марк, я иногда на тебя смотрю и думаю, какого черта я с тобой связался, а? Нам светит либо дно морское, либо срок. А все, о чем ты можешь думать, это попа нашей бухгалтерши. Да. Я вот думаю, может, у тебя и правда мозгов нет. Ну, или они в другом месте. Да ну тебя. Здравствуйте, Елена Михайловна. Здравствуйте, Роман Юрьевич. Что, уже закончили с расчетом? Да. И еще у нас случилось ЧП, небольшое при прицепе. Пойдемте в кабинет. Прошу. Спасибо. Роман Юрьевич, проходите в кабинет. Елена Михайловна. Сегодняшних посетителей я перенесла на завтра, и вам снова звонили из главного офиса. Ну, я сказала, что вы на встрече. Правильно, Надя. Ну, они спрашивают, на какой встрече, но я сказала, встреча связана с установкой нового пожарного оборудования. Молодец, спасибо. Ну, рассказывайте, что у вас там? Прошу. Я извиняюсь. Пока вас не было, я на свой страх и риск решил пару вопросов без предварительного согласования с вами. Какого рода вопросы? На час пришлось остановить линию в третьем цехе. Мастер повредил руку. Угу. Спасибо, Роман Юрьевич. Вы прекрасно справляетесь с вашими обязанностями в мое отсутствие. А пока приехал сменщик, линия стояла. Вот это плохо. Вот именно поэтому я и выступаю за полную автоматизацию производства. Многие, конечно, будут не согласны. Не буду врать, меня тоже волнует моральная сторона вопроса. Я не против. Вы подготовили расчеты? А, да, конечно. Простите.
Пожалуйста. Впечатляет. Правда? Я думал еще сократить расходы за счет... Впечатляет, Роман Юрьевич, ваша целеустремленность и инициативность. Да, на бумаге это выглядит, конечно, заманчиво, но я пока не готова оставлять сотни людей без работы. Елена Михайловна. Извините, мне нужно работать, Роман Юрьевич. Да, конечно. Не буду мешать. Тимка, осторожней. Алексей! Лёх! Лёх, ты дома? Лёха! Лёх, подъем! Твою ж дивизию. Ты чего так пугаешь-то? Опять дверь у тебя открыта. Забыл закрыть ее. Опять на тебя жалобы от соседей поступают. На этот раз чего? Чего? Опять то же самое. Чего? Шум подозрительной личности в доме. Ты опять своих дружков-алкоголиков приводил. Ну, передай соседям, что мне искренне жаль, и такого больше не повторится. Слушай, Лёх, ты столько времени держался. Чё опять запил? Чё в бутылку-то полез? Органы опеки приходили. Мужчину забрали. Я поэтому сорвался. Да и какой смысл? Трезвенника из себя строить. Вот. Максим хотел подарить на день рождения. Сочувствую. Я чем-то могу помочь? Да, чем-то поможешь. Суд все равно меня... Лишит родительских прав, как пить дать. И всем наплевать, что у нас горе в семье. Для них я просто алкаш. Ах, Леха. Я понимаю, тебе тяжело без Наташи. Ну, выпивка, ты ее не вернешь. Может, хватит пить-то уже, а? Ты бы о сыне подумал. Так и я подумал. Я тут завещание составил. Ну, если со мной чего случится, ты, пожалуйста, я прошу тебя, Олег, ты помоги, чтобы эта квартира, ну, максимум осталась, хорошо? Ты это... Давай без этих разговоров. Давай, бери себя в руки, ты же десантник, хоть и бывший. Так, Олег, послушай меня. Хватит мне морали читать. Ты чего пишешь? Ты сделал свою работу? Сделал. На вызов отреагировал. Давай, все, прошу на выход. Да хорош уже хоронить-то себя, ну. Еще не все потеряно. Можешь еще сына вернуть. Хочешь доказать суду, что ты не алкаш? Завязывай бухать. Выходи на работу. Нет работы больше. Мастерская закрыта.
персонал разбежался. Как это? То есть, что случилось-то? Хозяин базы, где у меня ангар находился, поднял аренду на помещение, на электричество, на воду. Еле с работниками рассчитался. Ага. А ну бухло у тебя, значит, денег хватило. Я не понимаю, что ты прицепился-то к этому? Олег, я заснуть не могу, если я не выпью. Ну, это для меня как, я не знаю, ну, как наркотик, снотворное. Я ж не пил при сыне. Понимаешь? Понимаю. Что, я тебя первый день, что ли, знаю? Знаю, как вы с Наташей жили. Ну, я же у вас свидетелем на свадьбе был. Помнишь, как мы ее украли? Да, вот смеху-то было. Я поняла. Хорошо. Я постараюсь. Я перезвоню. Садись, подвезу. И куда же вы меня подвезете, Марк Викторович? Сюрприз любите? Обожаю. Поехали. Вкусно пахнет. Макароны, они не пахнут. А? Как день прошел? Ты куда пропала? Я тебе целый день звоню, а ты абонент, не абонент. Да, в офисе была, совещание на совещание. Потом решила телефон выключить. У тебя все в порядке? Да вроде да. Чего ты спрашиваешь? Ну, ты бы видела себя со стороны. Еще бы не так беспокоилась. Ты часом от меня ничего не скрываешь? Да нет, вроде. Устал просто. А-а. Слушай, ну я тоже устал. У меня врал на работе, но я при этом не хожу по дому, как кентервильское привидение. Ну прости, я так не умею переключаться, как ты. А-а. Да, кстати, я не смогу вам с Марком помочь. Обоснования для кредита недостаточно. Недостаточно? Мы же уже так делали. Сроки погашения другие, сумма очень большая. Подожди, подожди, но разве самому холдингу не будет выгодно, если мы... Хорошо. Хорошо, будет вариант, который устроит всех. Мы с Марком что-нибудь придумаем. У меня работы полно. Сейчас поужинаю и снова за компьютер. Лена. М? Не надо загонять себя так. Я не загоняюсь. Просто не могу же я все время изображать веселую женушку. Это ведь все из-за той женщины. Жены Ивашова. Пожалуйста, давай не будем касаться этой темы. Я прекрасно знаю, что ты думаешь по этому поводу. Я думаю, что ты не права. Ну, послушай, на себе лица нет. Постоянно находишься в подавленном состоянии. А мне что прикажешь сделать? Ужин готов. Сегодня просто макароны с сыром. Прости. Ну и на этом спасибо. Вот вы все в этом, женщины. Как вам можно доверять, а? Вы о чем, Марк Викторович? Да все о том же. А как же Евгений, а? В смысле?
Ну как? Ты же вроде с ним. И вдруг теперь со мной. А? О, мы уже на «ты»? Да. Простите. Я вас пригласил прокатиться. Ну, вы пригласили, а я согласилась. Но если вас это смущает, то я могу уйти. Нет, меня это не смущает. Скажу даже больше, мне это нравится. Ну, вот хорошо. А с Евгением Андреевичем у меня чисто деловые отношения. Деловые отношения – это хорошо. Но я предпочитаю находить к сотрудникам индивидуальный подход. Да? Да. Особенно к таким перспективным, как вы, Ирина. Вас ждет активный карьерный рост. Ну, если, конечно, мы подружимся. Ну, так что? Я вас поняла, Марк Викторович. Вы хотите со мной переспать? Да? Да. И это будет нашей маленькой тайной. Да? Люблю честных мужчин. Честно. Нет, Зая. Все, что я нажил, заработано очень нечестным путем. Мы с Евгением давние партнеры. Мы отмываем грязные деньги. Очень грязные. Мы плохие мальчики. Это я уже поняла. Но, думаю, здесь не время и не место говорить о работе. Так на чем мы там остановились? На маленькой тайне, кажется. Послушай, тебе разве можно? Я не на службе. Если еще и не на службе петь запретят, я вообще уволюсь. Наш человек. К тому же, лучше я тебе компанию составлю, чем эти забулдыги, которых ты с улицы таскаешь. Перестань. Нормальные люди, просто их общество не понимает. А? Эти нормальные люди тебя напоят и ограбят. Бывали уже прецеденты. Послушай, самая цена у меня уже отобрали. Сначала жена, теперь сын. Вот. У меня остался ноутбук. Это единственное оружие против одиночества. Немного уже виртуальных друзей нашел. Так там за сотню уже перевалило. А я все принимаю, никому не отказываю. Ну что, давай? Давай. За их здоровье, кем бы они ни были. О, еще кто-то постучался, друзья. Примем. Одним больше, одним меньше. Бухайте тоже виртуально. Не, почему бухаем, как полагается, только они по одну сторону экрана, а я по другую. А виртуальная дружба? Ну, бред. Ну, как можно дружить с человеком, которого ни разу в жизни не видел? Можно. Просто они всегда с тобой, а не торопятся домой, как некоторые. Лёх, слушай, ну ты прости, ну правда, завтра на службу. Не, я бы еще посидел. Да ладно, иди, что ты извинишься. Спасибо, что зашел. Лёх, чё? Ты сделай одолжение, не ходи никуда, а? Я никуда не собирался, я вон ушел. Еще побухаю с виртуальными друзьями. Давай. Давай. Так тебе, для тебя лучше. Ну, правда. Давай. Дверь захлопни. Может, уже в кровати, а? Время за полночь. Я работаю. Что там за работа такая, а? Изучаю предложение по автоматизации производства. Ух, уж не знаю, гордиться тобой или беспокоиться.
Ладно. Если надумаешь, ну, конечно, если надумаешь, что в спальне тебе всегда рады. Окей. Лёх, ну я так и знал, что ты дома не останешься. Давай, пошли, брат. Берем домой. Давай, давай, давай. Давай. Вот, вот, молодец, вот так. За руль, за руль. Да, мальчики, дело серьезное. Тут, как говорится, надо пораскинуть мозгами. Да, если через 5 дней вот на этом вот столе не будет лежать чемодан бабла, мы все пораскинем мозгами. Неделя — это, конечно, unreal. Но я придумаю. Могу я взять тетрадку на денек? Да. Нет. Я не поняла, так да или нет? Да пусть возьмет, она все равно слишком много знает. Пусть работает с тетрадью здесь, в кабинете. Под моим присмотром. А почему под твоим? А почему не под моим присмотром, а? Все, успокойтесь. А что вы скажете своим женам? Что у вас ночные совещания? Я, в принципе, уже все поняла. Не нужна мне ваша тетрадка. Могу предложить такой вариант.
Евгений Андреевич, вы меня слушаете? Да, конечно. Слушайте, а мне нравится схема Ирины. Мы заключаем фиктивный договор с нашей дочкой на Кипре или BVI, получаем под него кредит в банке. Да, 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 и автоматически становимся должниками банка. В чем разница? Разница в том, что банк не закопает нас в лесу. Зато мы потом поедем лес валить. Лет на 5 в Сибирь. Вы что думаете, ВБП идиоты работают? Так, мальчики, не ссорьтесь. Есть еще вариант. С удовольствием выслушаемся. Ваша супруга, Евгений Андреевич, кажется, является генеральным директором компании, которая входит в крупный холдинг. И что? Можно получить нал через компанию вашей жены. В таком крупном предприятии легко спрятать концы. Так, забудьте. Елену мы не используем. Это дело касается наших семей. Или оно коснется их всех, когда они соберутся на наших с тобой похоронах. Черт тебя возьми, да хватит строить из себя девственника. Заткнись, Марк! Это ты заткнись, не я нашел этих клиентов. Евгений Андреевич, поговорите с вашей женой. Ей это не будет стоить ничего. Главное, чтобы она согласилась. А я распишу ей, как все это пройдет. Подготовлю необходимые бумаги. Ну, пойдемте. Как же так? Ребенок останется один? Ну, почему один? Не волнуйтесь. Как вы говорите, называется ваш журнал? А, «Семья и быт». Не слышала. Это новое издание, нам еще и года нет, но тираж уже выше всего женского глянца. О, вы так быстро раскрутились? Стараемся. Кстати, ваше интервью будет на первой полосе. Да? Угу. Среди наших подписчиков известны политики, бизнесмены, меценаты и даже артисты. Правда? Да. Не забудьте дать мне адресок. Конечно. Так, на чем мы остановились? На Алексее Ивашове. Ах, да, Ивашов. Мы долго наблюдали эту драму. Я все понимаю. Потерять жену... Ну, нельзя же так опускаться, разлагаться морально. Ну, может быть, он очень сильно любил свою жену? Любил? Ну, это не повод, чтобы пить с утра до вечера. Бросить работу, а ребенок, ведь он все видит. Пришлось изъять мальчик из семьи. Что, прям пил при ребенке? Соседи говорят, что да. И этому есть подтверждение. А какие должны быть подтверждения? Люди говорят, жалуются. Говорят, а вы верите? Слушайте, я, кажется, даю интервью семейному журналу, а не показания в прокуратуре. Вы меня как будто допрашиваете. Простите, Элеонора Васильевна, я не хотела вас обидеть. И что же нужно сделать Алексею, чтобы вернуть ребенка? Это вообще возможно? Ну, в наше время все возможно. Прежде всего, ему нужно начать работать. Для содержания ребенка нужны деньги. Перестать пить. А потом нанять хорошего адвоката и подать апелляцию в суд. А вот уже суд решит, возвращать ребенка в семью или нет. Если честно, я бы не отдавала. Не люблю мужчин-тряпок. Я это уже поняла. Что вы сказали? Я говорю, вы правы. На этом все. Спасибо. Как все? Это что, все интервью? Да. До свидания. Итак, посмотрите, это наше новое оборудование, которое существенно отличается от старого. А вот и наш генеральный директор Елена Михайловна Рощина. And here's our general manager, Елена Михайловна Рощина. Hello, everyone. Прошу прощения за опоздание. Меня вызывали в министерство, но сейчас я в вашем распоряжении и готова ответить на любые вопросы. Спасибо, Роман Юрьевич, наш главный инженер, который провел экскурсию по предприятию в мое отсутствие. Thanks to Roman, the excursion. Правда ли, что у вас в цеху много станков еще советского производства? Да, в Советском Союзе все делалось на совесть, со знаком качества. На каждой детали этих станков стоит печать ОТК. Что такое ОТК? Отдел технического контроля. So, I came in a hope with very, very long cooperation and friendship. Господин Ансельми говорит, что он приехал с надеждой на продолжение давней дружбы и сотрудничества между нашими странами. My company
producing very modern equipment for production, and it could compete in quality with Soviet machine tools and world standards. Господин Ансельми говорит, что его компания производит современное оборудование для нашего производства, которое могло бы поспорить с советскими станками и даже с лучшими мировыми брендами. Понятно. А знаете что? Я предлагаю сделать перерыв и продолжить наш разговор о качестве за чашкой русского чая. Прошу за мной. Прошу. Что еще нужно было? А, соус. Слышь, телегу убери свою. А вежливости вас мама не учила, молодой человек? Че, телегу, говорю, убери, курица. В чем дело? Какие-то проблемы? Да это у тебя проблемы, мужик. У меня проблем нет. Я твою цацу попросил телегу с дороги убрать. Она мне мозги начинает лечить. Не попросили? А сразу хамить стали. Че? Так, молодой человек. Проход свободен. И нечего нервничать по пустякам. А вот это правильные слова. Молодец, мужик. Так, так, что нам нужно еще? Что с тобой? Да забудь про него. Ушел, и слава богу. Поехали. Ну что происходит? Ничего. Я думал, ты за меня вступишься. В смысле? В прямом, да, что мухаму в морду. Лен, ну перестань. Ты видела, в каком состоянии он находился? То ли обдолбанный, то ли обкуренный. А если бы он меня ударил? Ну не ударил же. Послушай. Я погасил конфликт. Ну, что я сделал не так? Не знаю. Лен, у меня был очень трудный день. Поехали домой. В общем, это троян, причем новый и жутко живучий. Обычным способом его удалить не получится. Я могу взять ваш ноутбук ненадолго? В нем нет ничего личного? Уже нет. Спасибо вам, Саша. Да пока не за что. Уезжаете, Лена Михайловна? Да, я отъеду на пару часов, но я на связи. Хорошо.
А карточкой можно расплатиться? Конечно. Угу. Извините, но вы вроде богатая женщина. Вы это реально будете носить? Богатые люди бывают очень жадными и экономят на всем. Вот я, например, очень жадная. Я бы даже сказала, патологически жадная. А где можно переодеться? Вы прямо сейчас это наденете? Угу. Вот примерочная. Вы, простите, не из налоговой? Здравствуйте. Почему сразу из налоговой? В объявлении сказано, что ангар сдается в аренду. А где владелец ангара? Да давно здесь не появлялся. Ясно. А подождите, вам ангар нужен? Ну да. Понимаете, есть такое дело. Только я вам ничего не говорил, и мы с вами не встречались. Здрасте. Мужчина, у вас тут не занято? Чего вы смотрите? Ну, если не нравится, можете вам подальше пересесть. Да нет, пожалуйста, если хотите. Многие мужчины выпивают в обед. Приятного аппетита. Спасибо. Здесь неплохо готовят. Вы здесь часто бываете? Вы какой-то не очень разговорчивый. Меня Елена зовут, а вас? Я не понимаю, вы чего? Вы познакомиться хотите, что ли? Ну, я подумала, мы раз уже сидим рядом. Ну, сидим и сидим, чего? Ну, с мужиком хотите познакомиться? Так вон идите в кабак, найдете побогаче. Хам. Блин. Девушка, постойте! Вы кошелек забыли. В следующий раз будьте внимательны. Марк, сядь, меня уже от тебя укачивают. Ты поговорил с Еленой? Прежде чем говорить, мне нужно понять схему. Обычная схема. Комар носа не подточит.
Главное, чтобы она согласилась. В том-то и дело, что обычная. Женя, у нас уже нет времени для необычной схемы. Послушай, а что, если ей не нужен ремонт помещения, а? И потом все свои действия она согласовывает с главой холдинга. Южный Нектар – это не ее частная лавочка, а там просто гендиректор. Ты предложи, она пусть сама решит. Может быть, у нее появятся какие-то идеи получше. Марк прав. Любящая женщина не откажет любимому мужчине ни в чем. Конечно, если она действительно любит. Ирина, идите в свой кабинет и займитесь текущими делами. Вас уже час на рабочем месте нет. Нам с Марком нужно посовещаться. Я вас вызову. Хорошо. Слушай, а что, обычная схема? Это Ирина реально шарит в наших делах. А с виду ты не подумаешь. Особенно сзади. Да туфта это, а не схема. Я не смогу это Лене предложить. Такое еще в нулевые хоть как-то прокатывалось. Сейчас... Кстати, как она тебе? Ну, сказал же, нормальная схема. Да нет, я про Ирину. Вы уже переспали? Что ты взял? Мне кажется, она на тебя залипла, а меня она игнорирует. Ты что, не видишь? Если партнер обманывает своего партнера, что от него можно ожидать в будущем, а? Женя, я никогда не врал тебе за все то время, что мы знаем друг друга. Ну а тебе что, жалко, что ли? Я тебе предлагал, ты отказался. Ну я и... Только это между нами, конечно, да? Вот же шалава, а. А как ты догадался? Да никак. Ты сам раскололся. Так же на первом допросе расколешься. На каком допросе? Типун тебе на язык. На допросе, когда нас за задницу возьмут. Ты так говоришь, как будто этого хочешь. Ты давай лучше думалку свою подключай, раз такой умный. А то до ареста не доживем. Добрый день. Надь, свяжи меня с Деминым. Уже починили? Да, Елена Михайловна. Проходи, Саша. Я удалил с вашего компьютера Трояна, но пришлось переустановить всю систему. Вот. Как новенький. Я там вам еще новую защитную программу поставил. Спасибо вам, Саш. Я что-то должна, все-таки это работа, вы не стесняйтесь. Ну что вы, ну нет, конечно, я просто рад был вам помочь. Спасибо. Вот еще что. Что? Раньше это было трудно и практически невозможно, но сейчас можно определить IP-адрес, с которого на ваш компьютер был отправлен этот вирус, ну или троян. Ну да, я что-то слышала об этом. Я узнал, кому он принадлежит и кто отправил вам этот вирус через почтовую службу. Это программа-шпион, которая отслеживает любые ваши действия в интернете и даже ваш личный кабинет в банке, ваши счета, платежи. Ну, кто этот человек? Ваш муж. Вот. Я могу идти? Да-да, идите. Да, Роман Юрьевич. Секунду. А насчет вашего предложения. Я думаю, перед тем, как внедрять новые технологии на основное производство, нужно их испытать и опробовать. Согласны со мной? Да, конечно, Елена Михайловна. Как день прошел? Нормально. Ну, вот и поговорили. Целый день была в офисе, куча дел, как всегда. Понятно. Ноутбук свой отремонтировала. А что с ним? Не знаю, какой-то вирус подцепила, троян. Сисадмин пытался убрать, но надо было переустановить всю систему. Говорит, какая-то программа. Шпион. Да? Слушай, да сейчас каких вирусов только нет. Просто кибертерроризм какой-то. Я бы, знаешь что,
брал всех этих хакеров и сажал бы в тюрьму, как настоящих террористов. Может, казнить сразу? Не, казнить не надо. Как тебе ужин? Спасибо. Очень вкусно. Ты просто почаще антивирус обновляй. А, да? Спасибо за совет. Не за что. Как наши дела медицинские? Результаты анализа пришли? Пока нет. Ну ладно. Я пойду поработаю. Угу. Жень? Да? Ты меня правда любишь? Ну, конечно. А почему ты спрашиваешь? Просто так. Подойди нам под экспериментальный цех. Установите здесь автоматизированную линию, ну и посмотрим, насколько это рентабельно. Понял вас, Елена Михайловна. За автоматизацией производства будущее. Но соглашусь с вами, главное все сначала проверить. Да, ну вот как проверьте, если все подойдет, пишите контракт с владельцем ангара. Угу. Надя вам передала договор? Да-да, у меня с собой. Отлично. Приказ на выделение средств я подпишу. Спасибо, Елена Михайловна. Главное, чтобы собственник ангара согласился. Ну а пока его нет, я пойду посмотрю подъезд к ангару с той стороны. Дерзайте, Роман Юрьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Неожиданно. Что вы тут делаете? Я здесь на работе. Приехали смотреть помещение. Ждем хозяина ангара. То есть это от вас звонили? Это мой ангар. А ваш? Ну, то есть я его взял в аренду, а теперь сдаю в субаренду. А вы... Сейчас подойдет наш главный инженер. Если вы не против, мы посмотрим. Да, да, конечно. Я тут раньше занимался ремонтом бытовой техники. А сейчас сдаете? Ну, жизнь повернулась, и приходится расплачиваться по долгам. Вот наш инженер. Познакомься. Здравствуйте. Добрый день. Прошу. Вот это мой ангар. В этой части у меня была мастерская по ремонту и обслуживанию бытовой техники. А снимать можно? Конечно. Там склад, подсобка. А вы в командировке? Ну, получается так. Ну, теперь понятно, почему вы обедали в столовой. Спасибо вам за кошелек. Я, правда, не видела, как он выпал. А как у вас насчет воды и электричества? Все есть. Год назад я поменял старые трубы, сделал душ для рабочих. Надо срочно. Извините. А какая общая площадь? 450. Ага. А высота потолков? 6,8. В общем, я заложил все имущество, денег должно хватить. А Елена знает об этом? Нет. Ей совсем не обязательно об этом знать. Когда рассчитаемся с долгами, я все верну. У меня наклевывается один еще очень хороший клиент. Кто, не спрыгнет? Нет, это точно не спрыгнет. Ну, с ручником нужно отмыть 150 лямов. Мы его единственный шанс. Так, а сколько он у вас стоит? 40. Господи, если ты есть бумаги... Не того просишь. А кого? Этими делами заведует совсем другой господин. А кто? Жей. Этот Егоров еще тут жук. Жулик каких поискать. А ведь когда пришел ко мне год назад, прикинулся веником. Выпил, кстати, всю минералку, даже руки мне не подал, уходя. Скорее!
точно нас не кинет? Да нет, не кинет. А смысл? Он еще 100 раз обратится. Он сидит на бюджетных бабках, а там океан денег. Ну что же, помещение отремонтируем, поставим оборудование. Думаю, у нас все получится. А сколько человек будут работать на линии? Ну, линия полностью автоматическая. Нужно 3 оператора. Забыл про высоту над дальней фермой. Сейчас вернусь, извините. А вы, Алексей, не хотите возглавить все это предприятие? Я? Да. Как я поняла, в технике вы разбираетесь, и вам это было бы выгодно. В дальнейшем производство может быть выкуплено в собственность, в договоре есть такой пункт. Будете производить здесь в теплом тару для соков, минералки? Ну, если честно, я бы взялся за это. Да? Да, ну, неожиданное предложение, правда. Начальство это ваше одобрит? Елена Михайловна, нужно решить вопрос по электрике. Хочу это сделать сейчас. Вы, Алексей, мне не нужны. Хорошо, тогда до завтра. Да, до завтра. Всего доброго. Начальство одобрит. Можете не сомневаться. Я очень вам благодарен. Не стоит благодарности, это моя работа. Значит, ту нашу встречу в столовой можно назвать судьбоносной? Наверное, можно. Мне нужно убежать. Куча дел. Удачи вам. Елена, подождите. А может, вы оставите на сегодня свое кучу дел, и мы сходим куда-нибудь пообедаем? Я приглашаю. В столовую? Ну, почему в столовую? Нет, есть место получше. Пишешь смс жене? Ночное совещание? Ну, не сердись. А я не сержусь. Но я же вижу. Если женатый мужчина встречается с другой женщиной, значит, ему чего-то не хватает дома. Да? А если замужняя женщина обманывает собственного мужа? Ей тоже чего-то не хватает? Я не замужем. И пока не собираюсь. Но если только за тебя. А я думал, за Марка. Вот же гад. Он все рассказал. Болтун. Обещал держать язык за зубами. Не понимаю, как ты работаешь с ним? Ир, да прекрати ты, а! Я нормальный современный мужчина, и мы с тобой не муж и жена. Мне абсолютно наплевать на то, с кем ты спишь. Ну что такое? Ты обиделась? Нисколько. На обиженных воду возит. Лучше расскажи мне про этого Егорова. Пссс. Иди ко мне. А так нельзя рассказать? Нет. Так нельзя. Видишь, на потолке датчик. А вдруг это прослушивающее устройство? Какой же ты хитрый. Нет, спасибо. Когда вы ко мне подсели в столовой, я подумал, ну, девушка какая-то с приветом. Да? Правда? То, что я так выглядела? Ну, вы так на меня смотрели, так странно и так внимательно. Я подумал, ну, дамочка-то озабоченная. Да какой надо быть озабоченной, чтобы клюнуть, простите, на бомжа? Что? Я выглядел как бомж? А как? Вы там сидели, весь помятый, выпивали водку. А сейчас даже вот вина не хотите заказать, хотя, мне кажется, повод имеется. Ну, вы же с рулем. А один я пить не хочу. Ну а что, если бы я согласилась, мы бы водку здесь пили? Ну почему водку? Нет, мы бы заказали бутылочку вина. Тут, кстати, очень хорошее вино, сухое. Наташа его любила. Вот моя жена погибла в автокатастрофе.
Простите. Да. Вас-то за что прощать? Вы же не виноваты. Спасибо за ужин. И правда очень уютно. Вам спасибо. Вы не представляете, как это производство важно для меня. Если бы не вы, я... Это моя работа. Не стоит благодарности. Вы уже уезжаете? Да, мне пора. Извините, я отойду на секунду. Краев так и не нашли. Ну, кто это сделал? А если я, то что? Эй, овца, ты че? Руки убери. А то что? Привет. Нет, только освободился. Совещание было. Ну, а ты где? А я тут за городом застряла. Мы небольшое опытное производство открываем. Вот партнеры пригласили на ужин. Ну, так ты уйди по-английски, как ты обычно это делаешь. Да я боюсь, в этот раз не получится, Жень. А где ты конкретно? В Анапе. Ну что же, хорошо. Тогда буду ждать тебя дома. Аккуратнее на дороге. На скорую. Вот про выбитый зуб, Коль, это ты зря. Сломанная челюсть, понятно. Ну а зуб-то? Два зуба. Еще сломанное ребро одного. Ладно, два. Пусть вообще докажет, что они у него были до драки. Ты его рожу ты видел? На ней же вся уголовная биография написана. Ну, Олег, ну хорош, а? Ну, у меня и так уже башка как барабан, а? Ну, все твой Алексей правильно сделал. Ну, я ж не спорю. И свидетели подтвердили, вот, что гражданин Ивашов вступился за женщину. Но протокол нужно оформить по всем правилам. Ты отметил в протоколе, что он трезвый? Отметил, отметил, не волнуйся. Ну, что десантура? Помнят руки-то. Помнят. Но все равно хорошо, что мы вовремя приехали. А то один против троих — это серьезно. Могли бы и насмерть забить. Кстати, того, кого ты в нокаут послал, у него погоняло Шницель. Сергей Шнитко. Три судимости. КМС по боксу, кстати. Ладно. Ознакомься, распишись и свободен. А то там твоя девушка тебя уже заждалась. Да вы тут целую поэму написали. Да чего читай, Герц писаться-то? Вот здесь и число поставь. Ну все, Олег, забирай своего подопечного. Спасибо, и идите с Богом. Но бывай, десантура, береги себя. А девушка у тебя красивая. Я бы за такую сам вписался бы. А была бы некрасивая, не вписался бы? Пошли, Лёх, не мешай людям работать. Ты дерзкий.
Молодец, что не пьяный был. Все могло бы еще по-другому обернуться. Мог бы сейчас вместо них в обезьяннике сидеть. Давай, давай. Ну, все в порядке? Да, все в порядке. Вы знаете, это я виновата, это я этого здорового ударила, а Алексей, он... Вы все правильно сделали, Алексей все правильно сделал. Я на машине, может, Алексею больницу нужно, чтобы да. посмотрели? Мне не нужна никакая больница, заживет как на собаке. Так, ладно. Я поехал, вы тут сами определитесь. Спасибо, Олег. Не за что. Ну, поехали. А. Хорошая машина. Сколько кобылок под капотом? 300, кажется. Ничего себе. Дороговато для рядового менеджера. Интересно, какой машине ездит ваш гендиректор? Это не моя личная, это корпоративная машина. Вот сейчас направо. Больно? Уже нет. Я хотела сказать спасибо вам за сегодняшний вечер. Извините, что так получилось с этими. Да это вы меня извините. Но теперь-то я точно похож на бомжа. Не похожи вы на бомжа. Скорее, на Рокки. Рокки. Куда это? Оставьте, я уберу. Тут беспорядок на кухне. Может, не мешало бы убраться, да и в квартире заодно. Хотите, я вам помогу? Да нет, спасибо. Ну, тогда мне пора. Вы, может, чаю хотите? Какой предпочитаете? Черный, зеленый? Да я кофе пью. Так у меня спасибо. Кофе есть. Растворимый, правда? Мне правда пора. Может быть, как-нибудь в следующий раз. Просто поздно уже. Спасибо. Ну, до свидания. Елена, мы еще увидимся? Я не знаю. Если начальство командирует, то обязательно зайду к вам в цех. А если не командирует? Не знаю. Ясно. Вы, пожалуйста, аккуратнее на трассе, не гоните, а то столько дураков на встречку вылетает. И как доедете, напишите, хорошо? Хорошо. Удачи.
Привет. Привет. Как доехала? Нормально. Виски будешь? Ну, как там славный город Анапа? Нормально. Лен, помнишь, я просил тебя никогда не врать мне? Ты ведь была в городе тёплой. Откуда ты знаешь? Забыла? Мы живем в век высоких технологий. Смотри. Видишь? Мы сейчас вот здесь. А до этого ты находилась в городе теплом, ну, в какой-то промзоне сначала, потом был ресторан «Чайка». Затем ты находилась в РУВД по адресу улица Адмирала Серебрякова. Правильно? А затем, это самое интересное, ты находилась в жилом доме по адресу улица Молодежная, дом 16. Ну что, нечего тебе сказать? А я ведь прекрасно знаю, кто живет в том доме. Год назад я по номеру машины пробивал владельца той злосчастной иномарки. Жень, я тебе все объясню. Да что ты мне объяснишь? Что моя собственная жена занимается какими-то своими делишками. В чем дело? Совесть тебя замучила, да? Решила возместить? Послушай меня. Это ведь я установил тот троян на твой ноутбук. И я прекрасно знаю, что недавно ты перевела сумму денег в детский дом, где находится сын этого Ивашова. Жень, давай поговорим об этом завтра. Ты выпил. Выпил? О, нет. Я не выпил, я напился. А знаешь, почему я напился? Потому что моя собственная жена обманывает меня. Я ведь просил тебя не лезть в жизнь чужих людей, а ты берешь и лезешь. Тебе на нашу собственную жизнь, ну, просто ну, наплевать. Тебе все равно, что со мной происходит. Ты приводишь деньги чужому ребенку. Деньги, которые мы копили на обследование в Германии. В лучшем перинатальном центре для наших будущих детей. Значит, тебе и на наших детей тоже наплевать. Да мне просто хотелось помочь людям, которым я сломала жизнь. Я туда больше не поеду. Прости. Я тебе не верю. Ты, как и все женщины, лживая тварь. Ну что, ты с ним уже спала, да? Как он в постели? Лучше меня? Раритет. Такие уже не выпускают. И его точно невозможно отследить? Елена Михайловна, эта трубка примитивна, как кирпич. Просто алло, привет. В нем нет GPS, поэтому его невозможно отследить со спутника. Без Wi-Fi или Bluetooth даже спецслужбам сложно будет получить хоть какую-то информацию и отследить звонки. Это именно то, что мне нужно. Спасибо, Саш. Отпустите! Успокойся, пошли! Вот опять сбежать хотел. Я поняла. Но дети не должны мерзнуть. Федор Петрович, я на вас надеюсь. До свидания. Спасибо. Можете идти. Проходи, Ивашов. Садись. Ты почему все время сбегаешь, дерешься? Детский дом не тюрьма. Ну, ты меня слышишь, Ивашов? Скажите, а сколько нужно времени, чтобы обучиться обслуживать автоматическую линию? Неделя. Здесь же все автоматизировано, управляется с компьютера. Вы, кстати, как с компьютером, дружите? Да вообще ни разлива, да. Ну вот и отлично, значит, быстро всему научитесь. А установкой и подключением я займусь лично. Извините. Алло? Да, это я, Елена. Это мой новый номер. Запишите. Ну, как там ваши дела, Алексей? Как губа? Да, у нас все в порядке. Хорошо, что позвонили. Просто когда вы уехали, я подумал, что мы больше не увидимся. Вы, случайно, в наши края не собираетесь? А тут... Тут еще
полно пустующих помещений. Я рада, что у вас все хорошо. Надеюсь, с ангаром тоже все получится. Приезжайте на открытие цеха. Буду рад вас видеть. Да и вообще... Рад. Ну, я, конечно, рад. Елена Михайловна, у меня здесь как раз начальство пришло. Удачи вам, Алексей. К вам, Альберт Николаевич. Да, пусть заходят. Спасибо, Надя. Альберт Николаевич, вы прекрасный юрист и адвокат. Помогите, пожалуйста, человеку. Там все против него настроены. Большое спасибо, как говорится, за доверие, Елена Михайловна. Я бы, конечно, помог. Но поверьте, у меня очень много другой работы. Я понимаю, Альберт Николаевич. Другие дела подождут. Что это? Это гонорары на расходы. Здесь очень много. Это всего лишь деньги. У человека, которого я прошу защищать, отнимают гораздо больше. Ну, если так, то я возьмусь за это дело. Тем более речь идет о вашем хорошем знакомом. А гонорар потом. Хорошо, только у меня одна просьба. Вы, пожалуйста, не говорите ему, что это я вас наняла. Ну, я не хочу, чтобы он чувствовал себя обязанным мне. Хорошо. Легко тебе сказать. Не паникуй. Я тебе отвечаю, за мной точно следят. Какая-то машина сопровождает меня уже второй день. От дома до работы и обратно. Может быть, это ваш сосед по коттеджному поселку? Марк Викторович. Наружка так не работает. Они передают объект наблюдения друг другу по несколько раз, чтобы не светить машину. Да, господи, откуда же ты знаешь, как работает наружка, а? Я видела в кино. В кино. Я согласен с Ириной. Ну, значит, все. Значит, все еще хуже. Клиенты не звонят, на звонки не отвечают. Это не ФСБ, это не УБЭП. Значит, все, нас приговорили. Это они. Так, у нас не хватает еще 200 тысяч налом. Ну, вот. Это пустяк. Основная часть суммы уже готова. Да 200 тысяч – это пустяк? И где же мы их возьмем, мне интересно, а? Где? Мы возьмем гораздо больше. Ирина. Покажи, что нам еще предложил Егоров. Что? Ир, ну давай это. Ну. А что, начать, да? Господи, кто бы ты ни был, да ты что, чистуля? Здорово, Лю. Привет, заходи. Как? Да ничего, пойдет. Ого, ну что, ну совсем другое дело, ну, вот. А уж не та ли это прекрасная незнакомка, из-за которой ты подрался в ресторане, причина столь разительных перемен, а? Перестань это, просто знакомые по работе. Да, да, да. К вас хочешь? С удовольствием. Алло. Пошли. Садим. Ох, все. Да? Угу. Как в детстве. Из бочки. Где покупал? 100 лет такого квас не пил. Сам сделал. Да ладно, сам. Я тут на кухне вещи разбирал. И нашел Наташину тетрадку с рецептами. Здесь был рецепт советского кваса. Я рад. Ну, нельзя же прошлым жить. Что было, того уже не вернешь. Ну, это точно. Такого кваса
из бочек, как в детстве, уже нигде не купишь. Да я не про квас говорю, Лех. Не могу забыть, Наташу. Так не надо забывать, ты помни о ней. Как мы о детстве вспоминаем, что ли. С теплом, с благодарностью. Но детство, его уж не вернуть. Оно прошло. И Наташу не вернуть. А мальчишке материнская ласка нужна. Ему ведь не только отец. Ему и мать нужна. Мальчишке семья необходима. Короче, подумай вот. Мне эта Лена дала номер телефона какого-то адвоката. Ну вот видишь, ты ему, кстати, позвонил? Да нет, неудобно как-то. Она и так мне очень помогла, я просто не хочу быть обязанным. Неудобно спать на потолке. А тебе хочется обратно вернуть ребенка? Конечно, хочу. Здравствуй, зятек. Здравствуйте, Александра Андреевна. А почему вы не написали, не позвонили, я бы вас встретил? Убираешься? Правильно. Наташа всегда держала дом в чистоте. Здравствуйте. Здравствуйте. Что он опять натворил? Я ничего не натворил. Я просто так зашел. Мы друзья с детства. А, друзья? Вот вы его и выгораживаете. Вы думаете, что я не знаю, как он тут себя ведет после смерти Наташеньки? За дурочку меня держите? Мам. Не называй меня так. Какая тебе мама? Допился, что внука моего любимого в детдом забрали. Мне соседка твоя, Марья Никитична, все в письме прописала. Я приехала за Максимом. И никакой суд его в детдоме не оставит, пока я жива. Раз отец его такой непутевый. Нравится? Да. Спасибо, бабушка. Пожалуйста. Ой, похудел. Обижают тебя тут? Нет, меня папа приемом научил. Господи, а чему еще он может научить? Только драться? Нет, он меня еще рыбу ловить научил. Рыбу? Далась ему эта рыба. А ее и в магазине купить можно. А вот хорошему он тебя точно не научит. Не нужен ты ему. Нужен. Маме твоей, царствие небесное, ты был нужен, а ему нет. А тебе нужен? Да мне только и нужен. Вот ты, когда тебя спросят, так и скажи. Хочу, мол, жить с бабушкой, а я тебя в деревню увезу. Будем вместе жить-поживать. И добра наживать. И добра наживать, как в сказке. На ужин, быстро все на ужин. Ивашов, у тебя особое приглашение? Ивашов, быстрее на ужин. Беги, 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 беги. Ветер на тебя носит. Быстро. Ну, аватарку себе можно было поинтереснее найти. Ты какую-то некрасивую выбрала. Да и ник отстойный. Жека. Так себя только быдлота зовет. Жень, что ты творишь? Ну, а что? Я думал, ты работаешь, не собирался читать твою переписку. Я просто хотела убедиться, что у него все в порядке. А как у меня дела, тебе не интересно? Или этот человек тебе важнее?
Слушай, знаешь... Все, все, все. Можешь ничего не объяснять. Ваша честь, судя по показаниям бабушки Максима Александры Андреевны, ответчик и ранее позволял себе злоупотреблять спиртными напитками. Еще до несчастного случая с его супругой. Выпивал с друзьями в день десантника. 9 мая этого года, будучи в нетрезвом состоянии, разбил окно на балконе Демидовой Марии Никитичны. Дома вел себя шумно. Соседи по этажу, супруги Никифоровы, не раз жаловались на ответчика, что он пел песни и играл на гитаре в ночное время. Поэтому, Ваша честь, я считаю, что возвращать ребенка отцу, который не умеет держать себя в руках и ведет асоциальный образ жизни, это через определенное время получить еще один асоциальный элемент. Ребенок во всем берет пример с родителей, а мальчик, как правило, с отца. Мальчик, конечно, очень смышленый, добрый, умненький, но нервная система у него очень расшатана. Он такую травму пережил, психологическую. Ненавижу, когда меня обманывают. Но ведь ты тоже изменяешь своей жене со мной, нет? Да, изменяю. Но у меня в мыслях этого не было, если бы. Если бы что? Если бы я был уверен, что она этого не делает. Но ты ведь их не застал вдвоем. Откуда такая уверенность, что она тебе изменяет с этим Алексеем? Может, между ними нет ничего? И это только твои догадки. Да хватит. Ты мне дырку в голове протрешь. Странные вы существа, мужчины. Вам кажется, только вы имеете право на обман, а женщины нет? Ты так говоришь, потому что ты женщина. Поэтому ты ее выгораживаешь. Но знаешь что? Я устал терпеть. Мы разводимся. Вот как? Да. Я ненавижу, когда меня водят за нос! Ей абсолютно наплевать на нас. Ее волнуют какие-то чужие, посторонние люди. Конечно, не мне в данной ситуации давать советы, но, может, это и лучше. И для тебя, и для нее. В каком смысле? Ну, по крайней мере, тебе не надо будет шифроваться, и мы сможем встречаться совершенно легально. Хотя у этого есть и свои минусы. Интересно. Какие? Пропадет острота. А ты ведь любишь, когда все на грани. Когда есть риск быть разоблаченным. Ты мне сам об этом говорил. И отношения наши станут скучными и обычными. Нет, это вряд ли. С тобой скучными точно не будет. Благодарю, Ваша честь. У меня в руках справка из местного УВД, где проживает мой доверитель. В ней указано, что уже на следующий день Ивашов по собственной инициативе вставил стекло в окно на балконе. Более того, он по собственной инициативе утеплил и застеклил весь балкон. Так что потерпевшая Демидова Марья Никитична претензий к нему не имеет. А что касается песен, песни — это ведь хорошо. Только ведь у нас давно уже никто нигде не поет. Ни во дворах, ни за столом. Так и живем, каждый в своей норке. Тихо, тускло, уныло. Давайте больше по существу дело. Прошу прощения, Ваша честь. Мой доверитель снова устроился на работу. У него хорошая зарплата, которая позволит обеспечить мальчика всем необходимым. Простите, Ваша честь, но то, что у ответчика появилась возможность зарабатывать, еще ничего не значит. Теперь денег будет хватать и на алкоголь? Ваше замечание принято. Возможно, Ваша честь, мой доверитель и выпивал после гибели жены. Но, как мне кажется, это вполне нормальная и естественная реакция после такой трагедии. Он же потерял
жену, возлюбленную, друга. Если бы он был равнодушным человеком, то он так бы не переживал. Но довожу до сведения суда. Мой доверитель никогда не выпивал в присутствии мальчика и не обижал его. Максим это может подтвердить. У нас есть много семей, в которых не пьют, не курят. Но у них нет самого главного. В них нет любви. А в семье Ивашовых любовь была и есть. Я хочу заметить, что сторона обвинения пытается выставить моего доверителя аморальным и равнодушным человеком. Ваша честь, я протестую. Протест принят. Ваша честь, позвольте, я вам расскажу историю своего детства. Она напрямую, может быть, не относится к существу дела, но мне кажется, она кое-что разъяснит. Рассказывайте. Мы вас слушаем. У меня не было отца. Меня вырастила моя мама. Маленькая, хрупкая женщина. Однажды мы с ней пошли гулять в парк. Хотя мне было всего 3 года, но я хорошо помню этот день. Так вот там, в парке, на меня набросилась собака. Какая собака? Знаете, шпиц не больше кошки. Но тогда мне казалось, она огромная. Она лаяла, кидалась на меня, скалила клыки. Мама пыталась отогнать от нас с собачонком, но ей никак это не удавалось. Ваша честь, личные воспоминания представителя стороны защиты совершенно не имеют отношения к конкретному делу. Протест отклонен. И к чему эти ваши воспоминания детства, господин адвокат? Я сейчас закончу, Ваша честь. И вот тогда рядом с нами появился мужчина. Высокий, в дорогом костюме, в черных лакированных туфлях на толстой подошве. Я их тогда очень хорошо запомнил. Он посадил меня на закорки. Мне казалось, что я сижу на такой высоте. А собака, ну, собака продолжала кидаться и лаять. Тогда мужчина дал ей свой туфель. Она вцепилась в него, трясла головой, но прокусить кожу не могла. Наконец прибежала хозяйка собаки, оттащил ее. А я напрудил прямо ему на этот пиджак. Как же мама извинялась перед ним. А мужчина отшучивался и продолжал нести меня дальше по аллее. А мама шла рядом и улыбалась. Я давно уже не видел у нее такой красивой улыбки. Ну и к чему вы это все рассказали? Тогда мне очень хотелось, чтобы мама вышла замуж за этого мужчину. И он стал моим папой. Ну и ваша мама и тот мужчина поженились в итоге? Нет. У мужчины уже была своя семья, свои дети. Но тогда, сидя у него на шее, я наблюдал, что окружающие смотрят на нас и видят, вот идет нормальная семья. Папа, мама, сын. И знаете, о чем я тогда мечтал? Чтобы эта аллея на выходе из парка никогда не заканчивалась. Но вы меня понимаете. Очень милая история. Но это ваша история, а не история Максима Ивашова. Мальчика, отца которого... Простите, но я не давал вам слова. Прошу прощения, Ваша честь. Алексею Ивашову надо дать еще один шанс. Но самое важное, надо дать шанс Максиму. Шанс быть рядом с отцом. Ведь они сейчас потеряли самое дорогое, что есть у них в жизни. Маму и жену. Нельзя лишать их обоих того единственного, что у них осталось. Мне кажется, это будет весьма несправедливо по отношению к ним обоим. Так, понятно. Я думаю, что настал момент пригласить в зал заседаний сына ответчика и узнать у него, с кем он хочет жить дальше. С бабушкой или с отцом. Я прошу всех покинуть зал заседаний. Ты вот так и скажи. Хочу к бабушке и все. Ведь ты меня любишь? Люблю. Проходите, пожалуйста. Ну все.
Иди, мой хороший. Ты помнишь, как нужно сказать? Да, бабушка. Да тут делов-то. Мы остановим линию на час. Потом опять запустим. Ведь не огромный убыток. Заменим электромотор и все дела. Греется ведь. Потому что импортный, черт его дери. Старый не грелся. Зачем его вообще сняли? Потому что старый, поэтому и сняли. Я тоже уже не молодой. Но фору любому юнцу дам. Так, все, идите на свое рабочее место. Я свяжусь с главным офисом и постараюсь решить вопрос. Идите. Лёх, Ну, что тебе приготовить на обед? Сырники, как мама делала. Ух, я, конечно, попробую. Все хорошо, заказ принят. Сырники, значит, сырники. Пап. Чего? А я правда тебе нужен? Вот. Ты почему спрашиваешь? Конечно, нужен, я же тебя люблю. Я тебя тоже очень люблю. Я очень скучал по тебе. И я по тебе скучал. Ты отдаешь себе отчет своих действий? Ты понимаешь, что ты делаешь? Да, Жень. Да, мое решение обдумано. Мы разводимся. Это из-за кого? Из-за этого бедолаги? Нет. Я тогда вообще ничего не понимаю. Объясни мне, разве я не прав? Ну, разве я не прав? Ты считаешь это нормально, обманывать своего мужа, встречаться с другим мужчиной? А я что должен делать? На это глаза закрывать? Или же ты хочешь уйти от меня, потому что мы не можем завести ребенка? И ты считаешь, что я в этом виноват, да? Ты вообще за кого меня принимаешь? Ты серьезно думаешь, что я тебя бросаю, потому что не могу забеременеть? Ну а из-за чего тогда? Я ведь все для тебя делал, все для тебя.
Я не понимаю. Я не понимаю. Вот. Что это? Заключение, результаты анализа. Ну так у нас все нормально. Ты не бесплодна. Я не бесплодна. И ты здоров. И у нас могли бы быть дети. Но я не хочу от тебя детей. Я не люблю тебя. А кого ты любишь? Кого ты любишь? Его любишь? Его? Ну кого? Пусти, мне больно! Больно? Тебе больно. Это мне больно. Черт. Ты все испортил. Неужели ты думаешь, что я позволю тебе бросить меня и строить свою жизнь с кем-то другим, а? Я тебе так скажу. На меня смотри. Ты очень сильно об этом пожалеешь. Вы, наверное, думаете, что я вас подсидел, да, Елена Михайловна? Нет, Роман Юрьевич, это я предложила вас на должность директора. Мне правда как-то неудобно. В коллективе будут говорить, что я провернул интригу, выжил директора и занял его место. Ну, сделайте так, чтобы не говорили. Угу. А что должен сделать? Относитесь к людям по-человечески, и они отплатят вам тем же. Я постараюсь. Кстати, ваш новый знакомый Алексей постоянно спрашивает о вас. Но я, как вы и просили, сказал ему, что вы уезжаете. Спасибо. Тогда не буду вам больше мешать. Счастливого пути. Что вы здесь делаете, Алексей? Вас жду. Меня? Да. Зачем? Я знаю, кто вы и что вы сделали. Постойте, я просто хотел вам сказать спасибо. Ваш заместитель, Роман, он сказал, кто вы и что это была ваша идея с моим ангаром. Я все вам объясню, Алексей. Просто так напугали меня этим вашим неожиданным визитом. Простите, я ведь из десантуры нас... учили появляться неожиданно, поэтому... Ой, еще раз вам спасибо, и ваш адвокат очень мне помог. Если бы не он, если бы не вы, я... Я не знаю, как бы мне удалось вернуть сына. Спасибо вам. И Елена. Да? Сегодня у Максима день рождения, и вы не могли бы оказать еще одну услугу? Это очень важно для нас, Максим. Да, конечно. Скажите, что я должна сделать. Спасибо. Ну что, сынули, с днем рождения. Спасибо. С днем рождения, Максим. Какую рыбу ты сегодня поймал, а? Вообще, да. У меня прям аппетит разыгрался. Прекрасно. Соли не хватает. Сейчас принесу. Не замерз? Нет. Mm-hmm.
хорошо. Любишь чипсы? Я тоже. Иди сюда, Максим. Ведь как хорошо, что вы составили нам с Максимом компанию. Вам спасибо. Я замечательно провела сегодняшний день. Ну, а теперь мне пора. Максим, иди домой, я сейчас поднимусь. До свидания, тетя Лена. Пока, Максим. Спасибо вам. Я давно не видела Максима таким. Он как будто ушел. Я тоже давно себя так хорошо не чувствовала. Мы еще увидимся? Не знаю. Созвонимся? Угу. Поаккуратнее на дороге. Всего хорошего. Пап. Что, сынок? А тетя Лена к нам еще придет? А ты бы этого хотела? Да. Засыпай давай. Спокойной ночи. Можно проезжать. Здрасте. А вы, наверное, с телевидения? Мне звонили, сказали, что пришлю корреспондента. Я сейчас спущусь и все покажу. Алексей Ивашов? А? А я не с телевидения. Я муж Елены. Муж? А что такое? Она вам про меня не рассказывала? А ты молодец. Разрушила свою судьбу, наладила чужую, теперь смело сваливаешь в Европу. Слушай, а твой подопечный, он здесь остается или едет с тобой? Ведь теплое гнездышко. Знаешь, чем больше ты говоришь, тем больше я понимаю, что все правильно сделала. Ну ничего. У меня тоже все в порядке. Одна красивая и умная девушка согласилась связать со мной свою судьбу. Я за тебя очень рада. Надеюсь, что именно с ней ты будешь счастлив. А ты с ним? Ты с ним будешь счастлива? Я уезжаю одна. Алексей и так будет в порядке. Я свою миссию выполнила. Я представляю, как ты перед ним пыталась загладить свою вину. Слушай, а скажи, какую позу он предпочитает? Наверное, миссионерскую, да?
Какой ты все-таки омерзительный. Как я этого раньше не замечала? А я, ты знаешь, заезжал к твоему Алексею. Да. Ну, пришлось рассказать ему про твою маленькую аварию. Ну, подожди. Должен он знать, какая благодетельница объявилась в его жизни. Что? Нельзя обманывать людей. Не люблю обманщиков. Особенно обманщиц. Лёх, что стряслось? У тебя такой вид. Елена. Что с ней? Это она была за рулем твоей машины. Это из-за нее я улетел в кювет. Лучше бы она мне сразу все рассказала. Ее можно понять, брат. Вот так вот взять, прийти и сказать человеку в глаза, что по твоей вине погибла его жена. Это тяжело. Не держи на нее зла. Я не держу. Она хорошая, она... Она правда хорошая. Но как мне это все объяснить, Максим? Вам нужно встретиться и объясниться. Это невозможно. Завтра она уезжает в командировку куда-то в Европу. Надолго? Навсегда. Лёх, подожди, давай поговорим. Лёх! Теперь нам нужно выйти отсюда, минуя охрану. У нас тут, знаете ли, приняты все меры безопасности. Вещи гостей и сотрудников обязательно просвечиваются при входе и выходе. Но мы это уладим. Ирина, распорядитесь, чтобы сумку наших уважаемых партнеров не просвечивала охрана при выходе. Конечно, босс. Не подскажете адрес этого агентства, где нанимают таких... Секретарш. Ирина не секретарш. Она наш главный бухгалтер. Записывайте адрес, господа. Новоморск, улица Рабочая, дом 15. Не понял. Это же адрес главного управления АБ. Не смешная шутка, детка. Лейтенант Соколова. Все! Вот же шалава, а! Покойте. Лека! Ребята, Лёх, да сядь ты уже. Да, Серёж? Да, пишу. Ага, понял. Спасибо, Серёж. Ты настоящий друг, я твой должник. Серёга Богатиков на транспорте работает, пробил сейчас твою Елену по своим каналам. Она отплывает через 2 часа, надо ехать. С люстрой успеем. Подожди, но я не могу так. О, ты чего так рано встал? Я давно проснулся. Серьезно? Ну, поздоровайся с дядей Олегом, иди умывайся, Вася, я кашу сварю тебе. Здравствуйте, дядя Олег. Здорово, Олег. Лех, ну какая каша? Ну, очнись. Пап, а я слышал, о чем вы с дядей Олегом говорили. Про тетю Лену. Мы с вами папой... Максим, подойди ко мне. Послушай. Пап, я слышал, что тетя Лена уезжает. Я не хочу.
Я хочу, чтобы она еще раз к нам пришла. Она хорошая. Так, сиди в машине, никуда не уходи, мы скоро. Да не волнуйся ты так, Макс взрослый. Мы за тетей Леной поднимемся и вернемся. Извините. Извините. Извините, извините. Дайте нам 5 минут, и мы ее найдем. Какой она каюте? Да я не знаю, в какой она каюте. Ребята, все, быстро на берег. Это уже ни в какие ворота. Вы понимаете, на что мы пошли? Слушай, Лех, я ее билет пробью, на самолете быстрее не успеешь. Пошли. Вы? Как вы тут оказались? Как всегда, неожиданно. Алексей! Подожди, не говори ничего. Я люблю тебя. И хочу, чтобы ты стала моей женой. Можем ехать? Ну да, теперь можем.